С 21 апреля новый выпуск еженедельника «Волна». Итак, что же произошло в городе, районе и что еще произойдет? ЧП в детском саду мы рассказываем на второй странице. А на третьей – итоги первенства муниципалитета по волейболу. Между прочим, самый взрослый участник отметил свое 60-летие. Как принять участие в первомайском шествии трудовых коллективов? Вся информация на четвертой странице. А на пятой – сводка за неделю. Между прочим, 255 происшествий. Кем ты хочешь стать? Наш фотоотчет о дне открытых дверей в Печорском техникуме на 6 и 7 страницах еженедельника. А вы помните, какой вкусной была запеканка в детском саду? Или как сложно учить буквы? Родители малышей из детского сада «Золушка» вспомнили о необычном мастер-классе на 9 странице. Кстати, все читайте новый еженедельник очень внимательно. Синий штампик – это знак удачи. Бегом с газетой к нам, обменяем ее на наш подарок. Никита Шугаев стал победителем конкурса на детской страничке. Настоящий мужчина, держи от нас сладкий приз. Второй победитель – Соня Смирнова. Держи от нас в подарок деньги на телефон. И вы звоните в ближайшую субботу с 10 до 15 по телефону 355-25. Отвечайте на загадку, и приз ваш. Как всегда, в новом номере кроссворд и сканворд. Кстати, эрудитам мы тоже с удовольствием вручаем призы. Гороскоп, чтобы вы были готовы к любым поворотам судьбы. И тысячи частных объявлений. Можно продать то, что не нужно, и купить, что нужно. И еще, запомните, наш еженедельник не выходит в понедельник. Он выходит в четверг.